Что самое главное, нам удалось, помимо строящейся дороги еще Сартовала, передать голубую дорогу, это Вярцеля, Питкяран, Таланец. 17 декабря все документы юридические мы отдали в Росавтодор. Ну, надеемся, что в первом полугодии будут приняты юридические решения, и к концу года она будет тоже собственностью федеральной, и Минтранс будет ее приводить в порядок, как все федеральные дороги.